Известный американский журналист и телеведущий Фил Донахью скончался в возрасте 88 лет. Новостью поделилась его семья. По данным издания The Hollywood, Донахью ушел из жизни после продолжительной болезни. Он прославился как ведущий телешоу и интервьюер. Он впервые стал работать в формате современных ток-шоу с участием звездных гостей и аудитории в студии. Известность на территории постсоветского пространства он получил, как стал одним из ведущих телемостов СССР США. Его коллегой был российский журналист Владимир Познер. За свою карьеру Донахью получил 9 премий Эмми. А телепроект «Шоу» Фила Донахью стал рекордным по продолжительности ток-шоу за всю историю американского телевидения.